Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. День 6 и забираем награды. 15 тысяч монет, 10 самоцветов. Так, новое задание, давай посмотрим. Сделайте 6 поворотов, получите 250 эфирного времени и проехать на мотоцикле. Вот это, наверное, поменяем. Во, отлично. Так, ну что, друзья, Корнет вступил в команду. Это хорошо. Так, результаты. Так, мы победители, ребят, я поздравляю всех. А именно Кирилла 21, Инкогнито и Алисваши. Короче, он понял. Так, крылья, ускоритель фляг, 10 тысяч монет. Второй сундучок нам дает 2500, зимние шины и ускоритель дым. Отлично. Так, и последний финальный сундук. Замечательно, друзья. Так, итого 137 тысяч. 137 тысяч. Гонка. Ну вот, ребята, хотя тут можно пробовать на ХКР-ке. Можно же? Давай попробуем. Поехали. Так, а я забыл, у меня еще... А, нет, есть, есть, приземление есть. Нифига ты. Твою налево. Ну как можно было обделаться, а, ребят? ККМ-ка. Что я на этой ККМ-ке? Я вообще не умею на ней ездить, если честно, друзья мои. Тут что-то как-то вообще непонятно. И остается у меня только лишь мотоцикл. Даже это не мотоцикл, я бы сказал, это скутер. Далеко не уехал. Но вы просили хоть на чем-то поехать, ребята. Я вам поездил. Больше я здесь ничего сделать, к сожалению, не смогу. Так, ну что, давай тогда с закупками. Ребята, 23 тысячи кубков сегодня попробуем подобрать. В принципе, это реально. Но сначала, как всегда, мы поменяем общий вид. Вот такой я, наверное, сделаю видок на сегодня. Так, а что у нас здесь? Ну, тут нормально все. Поехали. Пора надирать задницы. Кстати, друзья, мы хотел... Черепашки-ниндзя поиграть. Я не могу, ребята, зайти в игру. Точнее, могу, но у меня требуется обновление. И оно... Да ё-моё, ну что это? Я никак не могу это обновление, ребята, сделать. Постоянно сбрасывается. Напишите в комментариях, у вас так же или это только у меня такая фигня? Так, ну что, здесь мы заняли второе место. Конечно, трасса, я тебе скажу, еще та гадость. Сам видишь, да? Повезло тем, кто на ускорении, ребята, шпарит. Вот и все, что я могу сказать по этому поводу. Видишь, у него срабатывает турбина, поэтому... Что-то у него машина вообще там в хлам разбитая. Вот объясни мне, как он мог подняться? Я понимаю, у него, конечно, тоже есть это приземление, ускорение. Но как он в гору заехал лучше меня, этого я не понимаю. Я здесь не буду особо сильно выпендриваться. А теперь я, кажется, понял. У меня идут колеса с сцеплением, а у него вместо сцепления была турбина стояла. Вот поэтому он меня и обогнал. Ну а здесь, не знаю, какое у меня место будет. Наверное, второе, может быть, даже третье. Сейчас глянем. Первое. Да, неожиданно для меня, друзья мои. Так, привет-привет, Рэй, когда видео? Надеюсь, что сегодня. Надеюсь. Так, кстати, мы забыли сундук открыть.
Так, защитная арматура, колесный ускоритель и, опять же, колесный ускоритель. Как-то так. Ну что, едем. Тут, кстати, немножко осталось до 20 деталей. Опять у нас болотная дорога, грязная дорога. Ожидание остальных игроков. Ну и где вы, игроки? Вот они, появились. Появились, не запылились. Ух, болотистая вид эта пакость. Ну, правильно называется. Так, сзади у меня еще одна реликвия. Я смотрю, там шпарит, да? Прям, так скажем, по пятам. Проехал я 1700 метров. И еще при этом занял первое место. И не раз... Нет, разбился. Ну, это там уже не считается. Так, еще две гонки у нас впереди, так что давай. Аккуратно. Ну, понятно, эти ребята стартуют, у них там ускорители. Я видел, были. Поэтому все понятно. Но как только они где-то там теряют скорость, то извини. Я вниз. Я вниз. Как только они теряют скорость, ребята, я сразу их нагоняю и даже перегоняю. Там кто-то даже на попрыгульках, я слышал, на амортизаторах прыгает. Так, наверное, вот это... Оу, ё! Даже... Ну все, ребят. Ну все, друзья мои, тут вот я обделался, хуже не придумаешь. Так, ну в любом случае, два первых места у меня есть, так что, в принципе, я не переживаю, что здесь у меня... Кто-то на попрыгушках-то прыгает, не могу врубиться. Я что, нет, я третьим еду. Не последним, а кто последним? Непонятно. Ну, в любом случае, первое место. Потому что я врезался, тупо врезался там внизу. И из-за этого, естественно, потерял скорость. Все свои преимущества тоже. Ну что, кубок пустыни. Я думаю, что мы его вообще возьмем на изи. Идеальный старт. Опа. Как это звать-то, я уже забыл, блин. Он что, на попрыгульках там, что ли, прыгает? Так точно, друзья мои. Он шпарит на попрыг... Зачем ты так рычаг делаешь? Ну... А вообще вот это противопоказано. Упс. И все, ребят, финишировал. Наш рыжий панк, как говорится, приехал первым. Главное приземляться на оба колеса и все. И вот эти вот кактусы. Я тут переехал. Перепрыгнул, точнее, кактусы эти. Продолжаем ехать. О, вот и финиш. Ну что, ребят, два первых места. Соответственно, уже третье здесь вообще ничего не решает. Если мы приезжаем с тобой даже третьим или вторым, или, я не знаю, последним, все равно мы будем тут первыми. Логично? Конечно, логично. Так, давай-ка аккуратненько, аккуратненько. Оп. Здесь то же самое. Получил 250 эфирного времени. Эфирного или кефирного? Фига свин. С мечами там. Задание еще завершено у нас, кстати. Давай-ка посмотрим. Вот так вот с миру по нитке. И мы с собой новая краска. А, это для мотоцикла. Дают новые краски для того, чем я не пользуюсь. Стартовый ускоритель. Магнит. Амортизаторы. Замечательно. Ну что, туннели. Тут остается совсем чуть-чуть, ребят, чтобы забрать детальки. О, баги. И вот спрашивается, нафига мне это надо было? О, баги не дурак. Вот здесь, кстати, можно разбиться с полтычка. Так, я набираю скорость. Ну и чё? Ну и что вот это ты сделал? Ёпарасета, блин. Сейчас ещё разобьемся нафиг. Ну, вторым. Лучше, ребят, приехать вторым, чем вообще не приехать. Багивай-ка ты нафиг, а? Ой-ой-ой-ой-ой. Трындец. Кто-то разбился.
захотел папочку обмануть. Кстати, вот здесь вот лучше, ребята, поехать вниз. Вот и все. Здесь мы заняли первое место. Ну, где там баги-то? Вообще третьим приехал. Так, ну что? Последний у нас здесь в этих шахтах гонка. Знаешь, что я заметил? Почему-то его не забрасывает. Вот это вот баги. А нет, закидывает, закидывает. Ох ты, ё-моё. Вот это хорошо, мы подлетели. Очень круто было, что прыжок сработал как раз, когда надо. И первый. Вот и все дела. Ну что, друзья мои, 20 деталек мы забираем. На что детальки? На мотоцикл. Ну и тут уже рукой подать до 23 тысяч кубков. Так что поехали, горный кубок через горы. Я, конечно, сегодня еще разок попробую, ребята, попозже черепашек подгрузить. Но если нет, то я не знаю, что делать будем. Хотя сегодня Дракон и Всадники Олуха будет у нас серия. Сегодня должна уже открыться у нас новые события. Опа, нифига там. Джой, какой молодец. А, так тут два мотоцикла даже. Сезон, что ли, начался у нас? Но меня обогнала раллийка, к сожалению, а не мотоцикл. Ладно, ничего страшного, переживать мы по этому поводу не будем. Первый проигрыш — это не показатель. Вот если два проигрыша. Как он там хорошо летает, ты посмотри, а. Но он по скорости-то, конечно, меня опережает. Опережает в любом случае, мне даже не догнать его. И слишком хорошо он прыгает. Я имею в виду про мотоцикл. Посмотрим, что он на зимовке скажет. Что, неужели он там обгоняет нас? Обгоняет. Дай-ка я вниз поеду, наверное. Да вниз, говорю, езжай. Вот так вот. Фух. Оу, я даже первым, ребята, оказался. Вот такие вот пироги. Так, ну что, миля шахтера. Длинная дорога вниз. То есть сейчас будем все время вниз, вниз, вниз. Опять, тут, тут, ребята, тут все. И баги, я смотрю. Даже ККМ-ка. Фига баги тут. Видал, что творяет? Вот тут и оно. Так, я поеду, наверное, вниз. Так, тут, по-моему, одна гонка, да, будет, скорее всего. Так, мне бы горючки бы, наверное, бы прихватить. Ну да, в принципе, все, ребята. Мы, можно так сказать, уже и проехали. Горючего у нас фул. Конкуренты где-то там сзади. Так что первое место нам тут обеспечено. И одна гонка всего лишь была. Проехал просто идеально. Посмотри по времени, насколько я оторвался. Они там втроем все в кучу ехали. Ну что, созрел сундук. Давай откроем его, посмотрим. Управление в воздухе и ускоритель фляг. Этого я... У нас что-то одни шахты сегодня. Что-то мне уже хочется по открытой поверхности покататься, а не чисто в этих шахтах торчать. Так. Ага, лихач аккуратнейшим образом, но... Видал, видал? Спорткар. Рванул там, думал, сейчас меня на финиш подрежет, да как бы не так. Чепушила ты несчастный. Лихач, перевернись и разбейся лучше, не позорь. О, опять.
Тягач еще тут вылез. Я думал, что тягач будет первым. А получилось-то, что я. Тягач слишком передок задрал вперед, а я наоборот его вытянул. Поэтому, ребят, я и проехал финишную черту, так сказать, быстрее, чем он. Лихач, я смотрю, сама аккуратность, да? Аккуратничает чересчур. Ну и да, аккуратничался. Фух, первое место, ребят. Ну что? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть или семь гонок у нас еще, ребят, впереди. До 23 тысяч кубков. Ну, конечно же, это же баги здесь, ребята, баги. Цари пустыни. Это знаешь, как это? Кукуруза царица полей, так же и здесь. Баги цари пустыни, но... Не в этот раз, походу, дело, да? Не в этот раз. Баги, вертушка и спортивный автомобиль. Так, давай попробуем еще одну гоночку разрулить. Уж не знаю, получится у нас тут или нет. Но он, походу, делал на ускоритель, да? Или на чем там едет? Что-то там пытается подлететь, но у него ничего не получилось, друзья. А, это даже... Это вертушка, оказывается, уже за меня ехала, а не багги. Погнали, родной. Перелетаем по отличному. Здесь тоже отлично все у нас. Опа! Так, тут придется занырнуть. Плавно вынырнуть. Нет, не надо. Летит он там на крыльях счастья. Думаю, он сейчас рейчика обгонит. Да как бы не так. Не дорос еще меня-то обгонять. Ну что, друзья мои, Нагорный кубок. Опять горы у обрыва. Да, сегодня в серии действительно очень много. О, танк. Давно я танка не видел. Тьфу ты, ёк-макарёк. Я-то думал, что это спуск вниз там будет. А это видел, как подкололи. Фига. Это как-то к багги сюда прилетело. Ну, только один вариант через этот. Нитроускоритель. Кстати, здесь она то же самое сделает сейчас. А я уже на финише. Все, ребят. Не сказать, что здесь очень плавно, идеально прошел. Но танк, конечно, на своей турбине здесь. Так, ребят, сзади у меня кто там? Оу, надо было заезжать, ребята. Как вот это сделал сейчас танк? Танк, конечно, молодец, тут перехитрил. Я-то испугался. Вниз рванул. А что, все, что ли? Тьфу ты, две гонки, оказывается, всего лишь было. Так, опять вертушка здесь. Нам-то главное здесь не перевернуться, остальное все ерунда. Ой-ой-ой-ой-ой, давай. Вот тут, когда, ребят, на подъемчике, обычно надо приземляться именно на два колеса, тогда мы с тобой вытягиваем эту горку. Если же ты просто упадешь, ты, скорее всего, вряд ли поднимешься и вниз тебя потащит. Ну, еще также здесь, конечно, очень важно сцепление колес. Если сцепление прокачано идеально, то, конечно, ты будешь быстрее подниматься в эти горки. Ну и, соответственно, набирать скорость, что тоже немаловажно. Вот, видишь, как оно там, вертушка не отстает от меня. Но все-таки я первый. И остается у нас песочница. Что за песочница, пока не знаю, ребят. Но песок в купальнике так и остался. Как это было заявлено. Он молодец, конечно. Конечно, там перевернулся еще. Оу. Ты смотри, ребята, ему опять же повезло. У меня слишком много времени ушло на
Вот я подлетел, ну ты видел, да? Если бы я подлетел бы сразу, рванул бы, то я был бы первым. Так, ну что, друзья мои, остается совсем-совсем чуточка, и мы с вами уже возьмем эти 23 тысячи кубков. Вот зачем вот это, вот зачем надо было вот ускорение врубать именно в шахте? Оно мне там вообще, честно говоря, и даром бы не нужно. Ой-ой-ой, я просто, ребят, решил... Ого! Вот это трюкач, это в моем, ребята, стиле, да? Вот эти делать трюки и при этом еще выживать. И еще первое место занимать. Да. Пока Моррисон первым идет. Втопили, 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 родной, втопили, говорю. Спорткар опять. Ну, тут я целенаправленно сбрасываю скорость, чтобы не делать таких больших там подлетов. А вот, здесь, да. Обычно спорткар здесь перелетает вот эти все ухабы. Воу. Он там развился по ходу дела, да, чувачок-то? Он спорткар переборщил с подлетом и просто в потолок. Его потолок размазало, друзья. Его просто размазало об потолок. А я поеду вот здесь. Ну, здесь, конечно, не надо было так набирать скорость. Ладно, фикси. У нас есть мини-ускорение. Опять? А, нет, это... Все, ребят, я первый. Нифига себе, чувак, чуть бы у меня не обогнал. Где-то он там сверху упал. Отлично, ребята. Ну, сколько нам еще? Раз, два, три... Фиг знает, 4 или 5 гонок получается. Да, кто там у нас? Там у нас вертушка едет. Собственно, персоны. Все-таки успел заехать, да? Я думал, сейчас перевернемся от греха подальше или врежемся куда-нибудь. Но все пока... Че, опять одна гонка всего? Что-то подсказывает, что здесь одна гоночка у нас. А, тем и лучше. Так, давай-давай-давай-давай, заезжай. Отлично, заехали. И выходим, видимо, на финишную прямую уже. Что-то я ее не вижу. Вот она. Все, ребята. И заехали на кораблик. Тын-тын-тырин-тынс. Отлично. Прекрасно. Кубок колпака ступицы. Кстати, я эту трассу помню. Вертушка на нитро там шпарит, да? А горючая-то она прозевакла. Как же она будет здесь? Ой-ой-ой-ой, я думал, что заеду сейчас. Слушай, ну все равно нормально получилось. Я думал, честно говоря, будет хуже. Да, просто замечательно. Так, ехали, едем дальше. Колпака и ступицы. А у него еще и монетный ускоритель. Ё-моё. Причем я не один разбился, ребята. Здесь аж три, две машины, ребята, разбилось. Представляешь? Именно вот в этой вот впадине, друзья. Именно в этой впадине разбилось три машины. Это, конечно, жестко. Вот куда вот сейчас летишь? Вот фиг знает, куда летим. Все. Так, какое место у меня? Надеюсь, первое. Да, ребят, первое место. Так, кубок застойный. Это с болотами вроде бы связанное, да, у нас? Чуть-чуть бы сейчас бы и перевернулся бы, но благо обошлось все. Он на форсаже. Он едет, друзья мои, на форсажике.
Но, как ты видишь, форсаж ему в этом деле не особо помог. Во-первых, у него, скорее всего, форсаж был вообще ничтожно прокачанный. Поэтому такой офигенной скорости я у него не заметил. Давай на чистоту. Либо мне просто повезло. Ну вот это еще... Трындец, будку еще тащи. И последний. Я офигею. Никогда такого не было, чтобы в будку еще тащил за собой. Ё-моё. Отвратительно проехал я эту трассу. Еду я, наверное, вниз. Так, ну что, вторая позиция. Каким я там буду? Вторым. Тем не менее, мне все равно этого не хватает. Поехали дальше. Опять мотоцикл, да ёк, он еще и с форсажем. Мотоцикл вообще ушуршал куда-то, даже я его даже не вижу. Вон он, разбился. Конечно, губежки закатай, морковник хренов. Без тебя будем тут занимать первые места. Я сейчас бы... Вот сейчас бы врезался бы и разбился бы, ребята, блин. Мотоцикл там все... У него, наверное, бензин там кончился, ребят, скорее всего. Как тебе такой расклад, что я сейчас тут вытворил? Второе, третье даже, в третье место. Так, пока мы идем с одним чувачком там вровень, то сейчас будет либо первое, либо второе место. Тут одно из двух. Перевернись, чертовой бабушки, на своем драндулете. Не хочет. Он так перелетает. Тут еще и баги на хвосте. Ну ее просынут. Да, конечно, ага. Да, ребята, первое место. Ну что, заезжаем или нет? Нет. Не хватает буквально чуть-чуть. Ну что, кубок претендентов. Хотел ровную трассу. Вот, получи ровную трассу. Как говорится. Ага. Здесь еще и проныра. Разбейся. Я прям сам добродетель, ё-моё. То разбейся, то перевернись, да. Ничего хорошего от меня не услышишь. Ой, блин. Да, после работки, ребят, ну я после ночной смены еще не спавший, блин. Голова не соображает, поэтому немножко злой тут. Да иди ты к чертовой бабушке. Да-да-да-да-да-да-да. Папа Рэй берет первое место, отлично. Фух, ну что, последнюю гонку, давай-ка не оплошаем, и все будет окей. Ну что, 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 начинаешь ты, блин? Каракатицу тут гнать, давай этого мотоциклиста пришиву обгоняем. Смотри, смотри, там тягач просто наяривает, просто, ты посмотри. Он просто меня хочет обогнать. Ну и кишка тонка у него. Вот и все, ребят. Лишний раз доказываю, что я лучший. Ай, красота. Ну что, ребята, 30 самоцветов я приобрел. 23 тысячи кубков я получил. Так. Круто, команда, привет из Питера. Привет, я скоро в Питер, приезжай. Город очень красивый и гостеприимный, это точно. Я сам родом из-под Питера. С Гатчиной. Так, ну что, друзья мои, ладушки. На этом будем сегодня закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.